Сотрудники Министерства экологии и природопользования Подмосковья проверили обращение жительницы поселка Большие Веземы о незаконном сжигании отходов на территории местного складского комплекса. Сам факт сжигания не подтвердился, однако у одного из индивидуальных предпринимателей, арендующих площади, выявлена печь для обогрева помещений, не внесенная в реестр источников негативного воздействия, и другие нарушения. Компания получила предупреждение.